5 заданий от 5, в итоге вы выбрали Happy Wheels. Вы знаете, я в 2012 играл в эту игру. Она вообще существует? Или она уже все? Happy Wheels. Подожди. Play. Ой, сейчас громко будет. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Я вспомнил просто это говно. Господи ты боже, а. Сорян. Итак. Ну вы сами это задание как бы заказали. Так. Как музыку отрубить? Итак, браузер левел. Кстати, тут же можно по имени, можно меня найти. А ну-ка. Jesus AVGN. Есть? О, реально. Это какой год? О, 13-й год. 13-й год. 14-й и 17-й последние карты были сделаны. Ля. Подожди, а можно на весь экран? Подожди. А как на весь экран? А, вот. А, нет, это я браузер на весь экран сделал. А как на весь экран-то игру сделать? Так, ну хорошо, давайте попробуем. F11 это браузер делает на весь экран. Хорошо. Тогда выбираем. Давайте самую новую, наверное. Давай тебя. Тут эти самые алды, короче говоря, которые меня когда-то смотрели. Которые все уже отписались давным-давно. Шмель вообще у меня в пермаче сидит. Вот. И туда ему и дорога, собственно говоря, этому козлу. Вот. Хм. Так, минуточку. Почему? Предателем оказался, шо почему? Ну и плюс меня хейтить начал. Так, подожди, а как тут двигаться, я уже забыл. В настройках фуллскрин. А где А? И чё? А, вот! Господи, боже! Вот это поворот. Вот это папа-поворот. Меня ужалил. Это там кто-то, короче говоря. Ну, вы поняли. Что он сделал? Я же говорю, предатель. Он меня променял на другого стримера. Ну, там какой-то школяр неадекватный, забейте. То есть, я сначала думал, нормальный человек, а оказался какой-то дурачок. Так, резюм. Итак. А как двигаться-то? А, вот. Что, ну, лагает, кстати. Так, ну и шо, и все это вся карта. Итак, ребят, давайте проедемся, посмотрим на алдов и кто отписался. Первый отписался. Второй отписался. Третий. Ну, вроде что-то иногда редко-редко заходит, можно сказать, что отписался. Этот тоже отписался. Ну, это заходит иногда. Этот отписался. А Курой вроде недавно заходила. Отписалась. Ну, вот этот вроде, даже не знаю, вроде нет. Вроде тоже, да, отписался. Отписался. Не понял, а почему тут кусок говна нарисован? Белка есть. А, ну все тогда. Так, Дизи, конечно же, есть. И... Господи, боже мой, какой ты Иисус нарисованный. Жесус ака, Хесус ака... Кто? Кто? Алёша... Что? На, ну и карта... Просто вообще лучшее. Так, идем дальше. Вторая. Пипец, игра лагает, я в шоке. Хесус при... точнее. Нельзя материться просто. Масканафт. Тоже, кстати, в бане, по-моему. Тоже предателем оказался. Так. Хесус, привет, здорово. Стой. Опять тут алды перечислены, которых уже нет. Джасус, когда не у песня. Что за... Еще и реклама. И чё?
И все? Там баб. Чел, лучше бы ты... Ладно, короче, неважно. Так, вот это вот шо. Jets of Again Pogo. Привет, Jesus. Мне уже страшно запускать эту карту, подождите. Дайте я вскрою экран. Вдруг там что-то нехорошее вылезет. Please play first and second part Pogo Fight. Level 1, пожалуйста, не бей меня. Please don't hit me. Шо ж так лагает-то, а? А чё оно на английском-то, я не понимаю? Level 2 наступил тебе на новые боты. 6 кадров. Типа их надо просто перепрыгивать, да? На русском нельзя писать? Считают себя крутыми. Чё за... У меня 10 FPS. Манки флип. Ой. Манки флип, ребят. Не получился. Лицом на топор насел, короче. Тамбап. Ой, 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 а может вот так будет быстрее, кстати? А ну-ка. Эй, меню. Ехит. Так, следующая карта. Не, лагает. Стоп ран. Пипец, оно лагает! Подожди, а что если я просто в отдельном окне ее попробую? Не, такая же фигня. Да что за фигня, блин, алё? Подожди, я забыл, как на весь экран. А, вот. Ну поехали ты, господи боже. Ой. Да б... Ты еб... Я не могу пройти простейшую карту. О! Слушай, реально перестало лагать. Ух, ёб. А, все, я прошел. Ну, слушайте, помогло, помогло, ребят. Вы теперь должны на Серегу-то подписаться. Ну, как знак благодарности. Так, это был 14-й год, ребят. Теперь карта за 13-й год. Ну да, люди в 13-м году не особо старались. Не особо старались-то, собственно говоря, делать что-то. Лагода проводит рейд в компании одного человека. Уф. А, не, 678. А мне ОБС выдает, типа, один человек. Здорово, ребят, всем привет. Нифига себе, неужели меня рейдит лагода, а не я его? Так, ладно, а это что за карта? Тут много звезд. Целых 5. А мы тут, ребята, собственно говоря, выполняем задание от зрителя. Проходим Happy Wheels. Угу, угу. Это все благодаря жвачке Five, если что. Так. Ой, куда? Что тут? А, управление какое-то странное. А-а-а! Мне оторвало ногу. Я помню, тогда в эту игру играл Юзя. Видео записывал много по этой игре, там что-то сотни серий. И у Мэдисона от этого жопа горела, он постоянно троллил его, что типа Юзи кряхтит, играя в Happy Wheels. Привет, Юзи, тебя давно не видно было. Йоу!
А как? А что за фигня? Мне просто ноги отрывает. Я не понимаю, как в это играть. Может, надо что-то другое взять? Имеется в виду... Может, тебя? Да ты шо, ты... Пробел. А при чем тут пробел вообще? Прыгать надо. Да у него ноги застревают, ты чё не видишь? Видишь? Вот. Вот, я нажимаю пробел. Все. Это я 110. Ну, чат как обычно. Как обычно. Много выделывается, а по итогу... Ой. Ой, мне главное попой на треугольник не сесть, правильно? Ой-ой-ой. Опа! Классно. Вы видали, что там дальше? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай-давай-давай-давай. Ой, сейчас манки. Ой-ой. Ой, что-то страшно. А тут вообще не прыгает. Я застрял. Блин. У меня голова насадилась на штырь. Давай, давай, давай. Ну как? Да ты чё? Да блин! Господи, ну я ж почти до финиша долетел. Ядрит Мадрид. Ёлки-палки, и что мне теперь делать? Рестарт. Ёлки-моталки. Да. Да куда ты? Да ёперный театр. Оп. Да. Ова! Японский магнитофон. Гвоздь мне в хеды, да что ж ты? Оп. О, нормально. Оп. Опа. Ну давай. Ну что ты, акробат, давай, 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 вставай. Оп, египетская сила, да что ж тебя... Ну ты что ж ты, господи-то, а? О! Вот тут вот, осторожно, тихо, 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 тихо. Фу, а! Да ты чё? Ну? Все, ГГ. Ну, блин. Ядрен батон. Та за шо, а? Возьми деда, он летать умеет. Господи ты боже! Какого деда? Отличный дед. Даже, даже с дедом не получается. Там, видите, чел застревает. Да оторви ты его! Да блин. Не тот дед? Господи, а кто дед? Да куда ты? Вот этот, что ли?
Ну, в принципе... Нет, ну как тут можно было застрять-то, а? Ну как? Да ты чё, издеваешься, что ли? Ну давай, ну... А-а-а. А, о. Ой, тихо, подожди, стой, подожди! Можно вертеть турбину, я понял, как надо. И вот так. Давай, 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 давай. Давай, давай, балдеж. Фу, так приятно стало. Получилось пройти. Так, это была вот эта. И последняя карта. Тоже у нас получается 13-й год. Лололошка, лолка, алололошка. Чего? И почему я должен его убивать? Я что, тогда хейтером лололошки был? За что? Я этого лололошку скинул. Фу, и сам помер. Ну-ка, давайте еще разок. Да! Отвлекся, прошу прощения. Эй! Да как? О! Не проткнула! Звуки из 2013-го. Так, это не помогает. Все, последний раз. Нет, не последний. Вот сейчас последний раз. Что? Как? О! Да иди ты. Это была последняя карта. Так, ребят, предлагаю вернуться в прошлое и предлагаю вам снова начать делать мне карты в Happy Wheels. А я поиграю. Вот, под именем Джесса Ваген только делайте, а не Хесус там. Давайте я попробую Хесус, конечно, но вряд ли что-то будет. Но это точно не я. Это точно не я, это какой-то левый Хесус. Даже по руфлу зайду. Enjoy Jesus 24. Какой нафиг? Нафиг еще 24. Да что ты падаешь-то? Да что ты падаешь-то, а? Ну и карты, конечно, у вас, товарищ Хесус. А, этот левел не Федов делал, что ли? Не, я тогда не был Хесусом, алло. А, кстати, ну-ка. Не Федов. Не Федов. Правильно же? Не.
Тогда давайте вот так вот сделаем. Куплинов. Эй, с вами Куплинов Плей. Ё-моё, нифига себе, тут 17-й год, а самый последний 20-й? Почти 21-й, кстати, вот это вот самое последнее. Куплинов, I love you. Привет, Куплинов, это мой первый уровень. Пожалуйста, передай привет Данилу Филиппову. А что, Куплинов разве в 20-м году играл в Happy Wheels? Передаю привет, я, конечно, не Куплинов, но привет Данилу Филиппову. Лучше б я не передавал привет Данилу Филиппову, потому что что-то карта жесткая. Это вообще как просто... Мне кажется, этот товарищ, который создал карту, не любит Куплинова. Да это невозможно пройти, я так понимаю, это чисто байт на то, чтобы... Другого персонажа. На велике, может, надо. Эй, чё такое, ну-ка. Мне жопу оторвало. Не, подождите, тоже что-то не подходит. О, я еще жив. Возможно, у меня получится. Нет, все, я истек кровью. Что? Ля, ёжик. Как? Меня ж тогда не убило. Ауч. Так, не подходит. Короче, эту карту невозможно пройти, правильно? Просто и все как бы. Не, меня арбузами по... А я жив? Я жив? А чё с дедом? А чё где дед? Чё за... Да блин, мне арбуз не дает проехать. Кстати, рекомендую жвачку попробовать с арбузом. Ура, давай, давай, ура, еще ее, давай, ура, ура, давай, ура, давай. Ты дурак? Господи. Господи, моя рука. Да куда ты назад-то едешь? Зачем? Полетел, полетел, вперед, вперед. Господи, его назад тянет. Господи, я как будто во сне нахожусь в каком-то. Нет, только не сломай себе шею. Давай, 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 давай. Да ну куда ты назад-то, господи? Ну давай! И... Он сдох. Он, сука, сдох. Все, последний раз. Чего оно зависает-то, я не понимаю. Ну, оно же не зависает. Ты прикалываешься?
Как это возможно? Одно и то же повторяется. Вот даже челик остался жив. Давай, на мину наступи. Ха-ха-ха! А, осторожно! Ну ты дурак, что ли? Пог! Стой, монетка, монетка! Ты козел! Да ты что, издеваешься, что ли? А еще и сзади монета. Давай назад! Ты ее не взял! А как назад-то вернуться теперь? Ау! Все, последний раз пробую. Манки флип! Ай, короче, иди в жопу. Ну, ехай ты. Нет, нет, нет! Да! Я это сделал. Балдёж. Так, а какая у него тут самая популярная карта? Девяносто две тысячи play count. Офигеть. Это что за карта вообще? 2014 год. Hi, Kuplinov Play. I hope you like this level. Finish before the end. What? Тогда люди еще транслитом не умели писать. А че о? Эта карта жесткая. А что надо делать? Это очень трудная карта. Я заметил. Куплинов не прошел ее? Да как? Да ты ч... Что? Как оно меня догнало, ла-ла-ло-ло? Он 30 минут и играл и не прошел. Стоять! Вот это порвало. Я пытаюсь притормозить, где копия, но... Но безуспешно. Блин, я думал, здесь что-то будет. Ты задолбал. Ага!
И чё? А-а-а! Повезло, повезло. Стой. А-а-а! Нет! Все, ластецкий раз. Кто? О, дед умер! Тихо! Тихо! Как он... Тихо. Да в... Нет! Как? Мне так повезло. Дед просто умер сам по себе. Как вообще это? Это что? Бля, это реально... Прикольно. Нам надо будет устроить целый стрим по этой игре на ставке. Реально. R нажимает. Да я нажимаю R, не помогает этот рестарт сделать. Типа, ставка, пройду карту или не пройду? И я могу, знаете, хоть 24 часа сидеть и играть. И в итоге, когда сдамся... А, ну или нет, давайте так, типа, пройду карту за 1 час. Мы засекаем, и я начинаю ее проходить. Английская раскладка. Не, все равно нифига. А, таб R. Ну так и пишите таб плюс R. Но почему? Впритык встань. Да встал! Наоборот, надо подальше. Ва, сын! Ой, ай, не, вот это прям мега ультра ласт. Не-не, вот это прям мега ультра мега гипер ласт. Все нормально. Назад. Да как у меня тогда получалось-то, а? Я просто не понимаю. Я просто наваливаю космос. Не-не-не! Стой на месте. колесо помяли! О! Стоять! Я что-то не понял. Стоп. Все, короче. И последняя карта.
Не, ну тут вообще легко. О. О. Бля, это звуки из Half-Life, кстати, вот звуки из стекла из Half-Life, кстати. А я Dungeon Master. Блин, а как я? Press on gas. Так я чё, я... В смысле? Да куда ты? Да что с тобой? Ну я дрыщ олень, у меня не получается. Сильнее. Да как, если здесь препятствие? Ой, залагалаш. Там баб. Ну может без сына легче будет и быстрее. Уф. О! Балдёж! Все, на этой ноте мы с этой игрой на сегодня заканчиваем. Фу. А? Ок. Блин, а прикольно, да? Давайте, ребята, делайте мне карты. Вот, я буду на них играть. Ну да. Под тегом Jesus VGN только. Так, минуточку. Thank you.